9 неожиданных признаков, что вы будете долго жить. Друзья, всем привет! Мы продолжаем серию роликов с интересным контентом. И сегодня мы говорим, что же может повлиять на вашу продолжительность жизни и как нам всем прожить до 100 лет. Вы знаете, что в 20 веке средняя продолжительность жизни увеличилась на 30 лет. И это был огромный скачок. Но позже, с 90-х по 2000-е годы, количество долгожителей в мире увеличилось на 50%. Представляете, какая ошеломляющая цифра, потому что к долгожителям относят людей, которым 100 и больше лет. И ученые стали выяснять, что же повлияло на рост долгожителей и вообще, что влияет на продолжительность жизни. И выяснили, что есть определенные неожиданные признаки, которые свидетельствуют о том, что ваша жизнь может быть долгой, счастливой, активной и гармоничной. Итак, вот 9 признаков. Первое. Ваша мать родила вас в молодом возрасте. Ученые пришли к выводу, что если ваша мама родила вас раньше 25 лет, то шансы прожить гораздо дольше у этих людей больше. И, как правило, ученые объясняют это тем фактом, что у молодых матерей более здоровая яйцеклетка, которая способствует развитию, более здоровый ген, который ведет к долгой и здоровой жизни. Второй фактор: вы чувствуете и выглядите моложе своего возраста. Итак, если вам часто говорят, что вы выглядите гораздо моложе своего возраста, вам никогда не дают ваш возраст, будьте уверены, что, скорее всего, вы проживете дольше своих сверстников. Все дело в том, что люди, которые молодо себя чувствуют, молодо выглядят, они переполнены энергией, оптимизмом. В них очень много такой жизненной силы, которая помогает им справляться с трудностями и которая влияет на все их органы, в том числе на работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому теперь ваша задача — поставить цель, выглядеть и чувствовать себя, ну, как минимум на 10 лет моложе. Третий фактор. Вы родили ребенка после 40 лет. Оказывается, ученые пришли к выводу, что если женщина забеременела естественным путем после 40 лет, это признак того, что у нее уже есть все предпосылки к долгой жизни и сформированы те гены, которые снижают риск ранней смерти на 15%. И именно роды после 44 лет позволяют поддерживать жизнестойкость, молодость и хорошее состояние организма. Четвертый признак – вы любите зеленый чай. Ну, не только зеленый, на самом деле ученые пришли к выводу, что и зеленый, и черный чай способствуют долголетию, тогда как кофе не становится фактором, который продлевает вашу жизнь. А все дело в том, что в чае содержатся определенные вещества, которые благоприятно влияют на работу вашей сердечно-сосудистой системы. Но самое главное, ни в коем случае нельзя добавлять в чай молоко. Ученые сделали выводы, что это наоборот разрушает полезные свойства. Можно положить лимон, дольку лимона или там меда немножко. Ну а еще лучше все-таки пить чай в чистом виде. Пятый признак – у вас сильные ноги. Напрашивается вопрос, при чем здесь ноги? А оказывается, ученые пришли к выводу, что именно сила ваших ног влияет на ваш организм, на профилактику различных переломов тазовых костей, на то, что именно ноги позволяют вам двигаться, а движение – это жизнь. Именно сейчас вы можете сделать так, чтобы ваши ноги были сильными, с хорошо развитой мышечной системой к вашему преклонному возрасту. Поэтому не ленитесь, ходите каждый день как минимум 8-10 тысяч шагов, развивайте свои ноги. Помните о том, что ноги – это наш мотор, который помогает улучшать кровообращение во всем нашем организме, помогает хорошо работать в сердечно-сосудистой системе. Двигайтесь. Шестой признак – вы не храпите. Конечно, храп – это не только повод ругни со своим партнером, который храпит и мешает вам спать. На самом деле храп – это очень серьезно. Это говорит о том, что у вас есть определенные проблемы в организме. И ученые пришли к выводу, что люди, которые храпят, им в большей степени свойственны проблемы с давлением, с ожирением, с депрессией. И, естественно, все эти факторы не способствуют продолжительности жизни, а только ее ухудшают. Поэтому, если вы
поймали себя на мысли, что это все про вас, нужно начать с того, что решить хотя бы одну проблему, хотя бы начните с ожирения. Возвращаясь к предыдущему пункту, начните ходить по 10 тысяч шагов, помогите своему организму прожить счастливую и активную старость. Седьмой признак – вы душа компании. Вы можете подумать, при чем же это здесь, но на самом деле это очень сильно влияет на вашу продолжительность жизни, потому что ученые сделали вывод, что те люди, которые окружены хорошими друзьями, которые оптимистичны, с которыми интересно общаться, которые много смеются, у них гораздо ниже уровень гормона кортизола. Это гормон, отвечающий за наш стресс. В связи с тем, что уровень стресса меньше, эти люди меньше подвержены стрессу. Естественно, у них в меньшей степени проявляется там депрессия, возникает тревога. И всем известно, что хронический стресс, он влияет на нашу иммунную систему, он ее разрушает. Кроме того, ученые пришли к выводу, что оптимисты в среднем живут на 15% дольше, чем пессимисты. Как говорил Далай-лама, что цель нашей жизни быть счастливым. Как раз таки это счастье помогает нам жить дольше и лучше, качественнее, чем те люди, которые все время хмурые, которые пессимисты и все видят в негативном свете. Восьмой признак – вы женщина. Да, если вы родились женщиной, то у вас есть все шансы дожить до 100 лет. И до сих пор нет однозначного ответа, почему же женщины живут дольше мужчин. Кто-то говорит, что женщины все время опаздывают, поэтому умирают после мужчин. Кто-то говорит о том, что у женщин более развитая иммунная система, что способствует продолжительности жизни. Этот факт остается загадкой, но женщины действительно живут дольше мужчин. Девятый фактор. У вас наступает менопауза после 52 лет. Да, ученые сделали выводы о том, что если у женщины наступает менопауза после 52 лет, это приводит к тому, что у этих женщин имеется меньший риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, более лучшая развитая иммунная система. Поэтому ученые сделали такой вывод. Такие женщины имеют более высокий уровень жизненной стойкости, здоровья, хорошего самочувствия, соответственно, и живут дольше. И дело не только в везении, да, какие гены вам достались, а в том, как вы живете эту жизнь. Общаетесь ли вы с другими людьми, много ли вы смеетесь, больше проявляете позитив, там, оптимизм. Находите ли вы время для ежедневных прогулок, или же вы только сидите перед телевизором, смотрите бесконечно какие-то сериалы и ток-шоу, и совершенно никак не проявляете себя, свою любознательность, свою любовь к жизни. Помните, что все в ваших руках, и, возможно, через там 50 лет в своем преклонном возрасте вы все еще будете смотреть ролики на этом канале. Поэтому не забудьте подписаться, чтобы не потерять из виду их. Все, друзья, делитесь в комментариях, какой фактор вас удивил больше всего. Подписывайтесь, и до новых роликов!